О, великая Magic Сила, святая вишня, яичница и баклажан, помогите этому видео попасть в тренды. А перед просмотром этого ролика включите, пожалуйста, VPN. Этим вы очень поможете каналу. Спасибо. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Кто из собак быстрее всего доберется до берега? Привет, я Animagic, со мной мои собаки Софи, Миша, Юмичу. И сегодня мы оказались на самом необитаемом пляже города Сочи. Вот посмотрите, ни одного человека, только одинокий голубь. Просто вообще тишина, покой. Потому что сейчас 4 часа утра. В любое другое время здесь будет примерно так. Коронавирус, коронавирус, лавенте las manos, háganlo seguido. Я не знаю, будет ли кто-то плавать, если честно, в 4 часа утра. Давайте мы наберем очень много лайков, потому что я знаю, что вы ждете продолжения нашего влога в лесу. Как вы помните, мы нашли там домик на дереве и хотели его отреконструировать и проверить, но я заметила очень классный комментарий, я читаю ваши комментарии, да, про то, что этот домик может кому-то принадлежать, и мы его просто нагло займем, поэтому мы решили переждать время, понаблюдать за ним. Если там никого не будет, и он реально заброшенный, то мы обязательно туда вернемся и будем его реконструировать. Мы в Телеграме с вами обсуждали это. Кстати, не забывайте подписываться, пожалуйста, на наш Телеграм и на все остальные соцсети, ссылки будут в описании. Мы соберем на этом видео очень много лайков. На 100 тысяч я, конечно, даже не надеюсь. Хотя где-то в глубине души я надеюсь. А сегодня у нас будет первое купание собак на море. Пишите в комментариях, как по-вашему, кто как вообще поплывет и поплывет ли. Вот прям ставьте: первое место Софи, второе Юви, третье Миша. Я не подсказываю. Нет. У нас здесь есть с собой сумочка. Волшебная пляжная сумочка. Волшебная пляжная сумочка. Это, кстати, тоже такая штучка, я купила ее, вы помните, кто смотрит влоги, наверняка помнит, где я ее купила, специально для собак. Здесь у нас расчесочки, мы их часто берем на пляж, потому что очень классно расчесывать собак. Вот с чего надо было начинать видео. Я расчесываю собак на пляже, потому что это очень удобно. Я еще взяла с собой вот такую вот перчаточку для массажа. Я просто не знаю, на самом деле, сейчас заняться этим или заняться купанием, потому что пока 4 утра, мало людей. Также у нас есть вот такая штучка, это когда собаки будут мокрые, полотенчика, поилочка обязательно, мячик вот я взяла. Где-то еще второй мячик, но кто-то его украл из сумки. Они ехали на заднем сиденье машины и просто распотрошили всю сумку, потому что они решили, что там есть еда, там пахнет вкусняшками. И поэтому второй мячик мы потеряли, у нас остался только один. Именно он у нас и вкусняшки будут нашими помощниками в уговаривании собак войти в воду. Юми какает. Это очень лично. Цензурированный контент. Ну, вкуснятина. И мячик. Мы заманиваем собаку, заманиваем теми способами, которые ей комфортнее всего. Иди сюда. Да, молодец. И хвалим обязательно, и даем вкуснятину. У меня сейчас петличка утонет. Еще один цензурированный контент. Софиш, давай, иди ко мне. Иди, смотри. А твоя любимая игрушка? Где твоя любимая игрушка? Давай, 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 иди сюда, иди ко мне. Давай, 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 Софиш. А ты хитрая, хитрая, да? Ты хитрая попка. Молодец, моя собака, умница. Плыви сюда, плыви, на меня, ко мне плыви, ко мне плыви. Ладно, все, на вкуснятину. Молодец. Юмичу у нас, как всегда, ушла гулять. Самодостаточная собака, вообще пофиг, что вы там запланировали, я пошла гулять. И вообще, нам на тебя пофиг, мы вообще все пошли. Принеси, принеси мячик, принеси. Давай, молодец, Софи, молодец, принеси. Давай, принеси мячик. Принеси, молодец, давай, 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 Софи, давай. Где мячик? Где мячик? Давай. Давай, доставай его. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда, Софиш, давай, молодец. Молодец, давай, Миша, молодец, Софи, давай, 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 молодец, плыви сюда, ай, Миша поплыла, Миша сама поплыла в воду, Софи, молодец,
Софи молодец, Софиша молодец. Заслужила вкуснятину. Да, вот твой мяч, вот твой мяч. Миша просто сама зашла в воду. Она такая, я не понимаю, что надо делать, но туда зовут, там что-то дают, поэтому... Ай, умница! Давай, плыви, 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 плыви. Вот, молодец. Плыви, 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 давай ко мне. Молодец. Смотри, вкуснятина. Мишка доплыла до глубины. Ребята, подписывайтесь на канал скорее. Обязательно ставьте нам лайк. Мне уже 6 лет, и я умею плавать. И на меня уже малая жилетка, но мне уже она не нужна. Такая молодчина! Умница! Умница! Сейчас у нас главная задача уговорить плавать Юмичу. Она явно не хочет в воду. Юми! Она, в принципе, самая, наверное, из всех, кто не любит мыться. Она меньше всех любит воду. У меня есть вкуснятина. Ай, какая вкуснятина. Пойдем, иди сюда, иди сюда. Вот молодец, молодец. Ай, моя умница. Хвалим собаку. Хвалим собаку. Давай, иди ко мне, Юми. Нет. О, май гад! Миша глазами просто в песок закапывается. Юми. Нет. Иди ко мне. Нет. Давай, иди ко мне, Юми. Нет. Давай, молодец, ай, молодец, ай, умница, давай, умница, умница, давай, молодец. На самом деле, можно что делать? Заниматься каждый день приходить на пляж, играть, знакомить ее с водой, каждый раз хвалить, когда она подходит к воде. Иди сюда, давай, молодец, господи, так не хочется в воду, что я готова на тебе посидеть. Ты со мной поплывешь? А если я буду потихонечку приближаться к воде, как крабик просто? Вот так мы с тобой потихонечку туда заползем. Пойдем? Пойдем в воду? Пойдем? Ты слезешь с меня? Нет. Никто нас тут не ест в воде. Вкусняшки только промокают потихоньку. Но ничего страшного, можно и мокрые вкусняшки есть. Ну, это же не страшно. Не страшно. Посмотрите на лицо покемона. Мы будем договаривать еще боку? Нет. Пойдем, пойдем в водичку? Пойдем, 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 пойдем. Да, на маме идем в воду. Мы поползем, мы заползаем постепенно. Вот так стоим. Да, вот так стоим в воде. Просто вообще ощущение, что у меня ребенок в яслях. И я такая, мы потихонечку заходим в водичку, по одному шажочку. Не страшно, не страшно, не страшно. У меня тут какие-то проблемы с проводом. Вот, молодец, молодец. Плывем, 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 плывем. Ко мне плывем. На меня, Юмичу, на меня. На меня, ко мне плывем, ко мне, молодец, ко мне, 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 давай, ко мне плыви, не на берег, не на берег, Юми, Юми, не на берег, ко мне, молодец, молодец, ай, молодец, ай, молодец, 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 моя собака, молодец, вот умница, вот моя выдра, плаваем, 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 для чего полезно плавание? Плавание полезно для развития мышц, для развития тела и вообще, вообще всего. Так же, как и для людей. Вот так, все, ладно. Начинается другой контент. Поэтому иногда можно поворачивать собаку, это нормально. Особенно, когда вы занимаетесь. Да, да, плыви, 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 плыви. Вот, молодец. Ай, молодец. Ай, моя умница. Умница, умница, иди ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Молодец, 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 ты молодец. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Мишаня поразила всех просто вообще. Я в шоке, я думаю, наши подписчики тоже просто офигели от того, как плавает наша Мишка в море. Впервые Миша плавает в море! У-ху! Юмичу, наша выдра, осмелилась плавать в воде, осмелилась купаться. Молодчина, как она быстро перебирает лапками.
Какая крутышка, молодец! У-ху! Юмищу! Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа. Вот Софиша плывет. Софиша такой герой. Софиша плавает в море. Ура! Ура, Софи плавает в море. Водички теплой. Красота! Мы пойдем в воду туда на глубину и попробуем сделать заплыв все втроем. Одно яблочко, два яблочка, три, четыре. Одно яблочко, два яблочка, три. Пока-пока. И посмотрим, кто из собак быстрее всего доберется до берега. Я делаю свою собственную ставку. Это будет Юмичу, потому что он будет хотеть плыть быстрее всех уйти из воды. Поэтому я думаю, что это будет Юми, потом будет Миша, потом Софи. Но это вот моя ставка. Пишите в комментариях ваши варианты. Я не знаю, что это происходит. А, Софи постучалась. Юмичу! Юми! Юми, тебя ничего не смущает, нет? Нет. Юми! Нормально, ей нормально. Ты вылезти не хочешь, покемон? Помочь тебе, может быть, а? Купались, первый раз в жизни, все вместе. А для Миши это вообще был первый раз купание на море. Я первый раз плавала. И для первого раза, я считаю, Миша просто самый супергерой. Ставьте ей лайк, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там происходит то, чего нигде не происходит. На Яндекс.Дзен, на канал. Зачем снимать Юмину попу, когда я говорю про подписку? Да? Да! Нет.